У нас тут в студії відбувається справжня магія. До нас завітала Марина Горб, художник, викладач живопису. Доброго раночку. Ви нам одразу принесли усі свої робочі інструменти. Це їми можна робити макіяж чи ні? Ну, не всіми, але некоторі, в принципі, дуже навіть м'які і приємні. Якщо ви подивитесь, наприклад, на цю кість, то вона може показатися штукою для румян. Клас! Слухай, прикольно. А фарбами фарбувати очі, стрілочки. Так, ти викладаєш живопис. Давай почнемо. Коли в твоєму житті настав той самий момент, коли ти зрозуміла, що живопис – це моє? Наверное, мені було года 4. Клас. Да, папа привел в художественну школу, провел со мной день, и я поняла, что, наверное, что-то такое я хотела бы дальше работать с этим, развиваться. Ну, наверное, в 4 года это непонятно, но какая-то... Ну, такий перший імпульс. Да. Перший імпульс і взагалі перше желання займатися цим, рисувати, ходити на рисування, якісь там приємні емоції, що вот, я можу щось там зробити своїми руками, принести домой, показати родителям. Мені кажется, це саме таке для ребенка, це саме важливе. Клас. Ну, бажання у 4-річної дівчинки, ну, у багатьох дітей дійсно прокидається бажання малювати, тому що, ну, якраз це такий період дитинства, коли хочеться проявити свої таланти, творчість. А як далі було, от коли ти вже виросла і, так, стала старшою, і от вирішила, що дійсно хочеш пов'язати із малюванням все своє життя? Позже появился вопрос, куда поступать, и, ну, первое желание это было, конечно же, пойти на художника, на факультет, который был связан с живописью, либо же с искусством, вот, и я попала сначала в один университет, проучилась там 4 года, потом перепоступила в другой университет, параллельно ходила еще на дополнительные курсы, ну, то есть никогда не останавливалась, всегда пробовала что-то новое, и даже сейчас, когда, допустим, ко мне приходят мои ученики, то я всегда что-то привожу из поездок, какие-то новые краски, какие-то новые техники, что-то им новое показываю, то есть я никогда их не сдерживаю, там, я им даю просто базовый набор инструментов, которыми они могут пользоваться, потом работать с ними, там, дальше создавать какие-то свои идеи, то есть я не навязываю там какие-то свои стили, я не навязываю там свое письмо, то есть у меня главная задача, чтобы каждый раскрылся так, как ему удобно. Индивидуально. Вот прям, да, вот прям каждый, вот, например, если ему хочется рисовать абстракцию, пусть он будет лучше в этой абстракции. Если ему хочется рисовать, например, там портреты или голых женщин, пусть он рисует этих голых женщин, но он будет максимально вот, ну вот, ему будет классно, и он будет получать удовольствие, он будет раскрываться в этом, и там с каждым разом увеличивать, например, там размер полотна или же там гамму цветовую. То есть каждый раз, ну, скажем так, поднимать планку, чтобы это не было движение на одном месте, чтобы это все-таки было больше стимулировало человека дальше расти и дальше вот что-то новое пробовать. А в каком стиле ты працюешь? Ну, вообще я пишу... В последнее время я пишу почему-то портреты, но я еще также расписываю стены. Класс. У меня по специальности я монументальный художник, поэтому я расписываю стены. Есть и на ВДНХ моя стенка, ну, то есть как бы, скажем так, на государственных, в государственных зданиях я тоже работала, и тоже работала там с госучреждениями, которые там просили, например, сделать для них мурал на стенке, чтобы их сотрудникам было приятно, они приходили и вот видели, скажем так, не просто глухую стенку, а что-то такое красивое. А красивую стену. Ну, це, знаєш, це не вистачає іноді сірому Києву. Коли їдеш, там бачиш, все сіре, хочеться щось розмальовувати. І то вже з'являється. Багато величезних таких муралів з'являється, стіни будинків прикрашають, і це дійсно прекрасно, це настільки піднімає настрій, це так яскраво, красиво, і от побільше б такого. Це однозначно. Слухай, є питання з приводу того психологічного стану, коли пишеш картини. От у психологів є, коли малюєш, це арт-терапія. Коли пишеш полотно, це арт-терапія? Це от є певний розслабляючий стан? Я думаю, що це
безусловно, арт-терапия, ее можно, скажем так, ну, не рядом поставить, но хотя бы момент расслабления, концентрации, мы можем все это получить, там, например, взявши небольшое полотно, например, если мы работаем над маленькими деталями. Если это полотно там 2 на 2, то понятно, что рука максимально широко раскрывается, закрывается, ты расслабляешься, тело тоже в какой-то степени работает, ты работаешь с большим количеством краски, ты весь в краске, у тебя там руки в краске, волосы в краске, ноги в краске. Ну, то есть, и это максимально вот, ну, для меня это ощущение свободы. Например, те же стенки, почему стенки? Ну, потому что есть ограничения по полотнам, есть как бы определенные там размеры в тканях, например, там можно сделать только 2 на 1,5, потому что существует ширина там ткани, которую ткут для полотен. А стены, ну, как бы, есть и 10 метров, и 15 метров, и ты можешь максимально туда выразить и показать все, что ти хочеш. Вот немає рамок, до. Все, да, дійсно, все максимально. Митей творить все, що бачить. А знаєш, що мені найбільше подобається у арт-терапії, там не оцінюється якийсь твій талант, ти просто виплескуєш всі свої емоції, всі свої почуття, не знаю, відчуття навколишнього світу на полотно. Це дуже круто. Ну, да, это как... Ты можешь выразиться с помощью любого цвета, любой там плотности, материала, можешь скомпоновать, ну вот. Коротше, є свобода, і це класно. Це дуже круто. Ти знаєш, я не можу сидіти на місці, от мене зараз тут цікавить майже все. Окрім ось цього. Це я розумію, що у мене на кухні така є. Так, дійсно, дуже схоже. Ну, на самом деле, это один из подвидов мастихина. Сейчас очень много художники продолжают работать все равно над материалами. Классический мастихин – это вот такая лопаточка, может быть, показаться, что это шпателек, но на самом деле это вот железная такая, железный инструмент. Млинці перегортати. Это вот красочка берется вот так вот на... Ним же и малюешь. Да, да, да. То есть можно какие-то объемные, например, если вы видели в музеях какие-то большие там объемные куски краски, то возможно, что это было сделано именно мастихином, либо же там кистью, но в основном это как бы мастихин. Вот это уже современные художники используют всевозможные материалы, то есть он там гнется, он имеет какую-то форму, и он, конечно же, больше для больших полотен. Он резиновый? Есть... Да. И он разный по... Бывает разный по объему, по ширине, по рисунку, то есть можно работать уже не только, например, в акриле, можно работать и в акварели, и в масле, ну то есть они уже такие более универсальные. Могу показать, я принесла для примера, насколько трудна профессия художника, ну, например, кисти. Когда мы их покупаем, они вот такие красивенькие, мягенькие, там, чистенькие. Так. Потом через время... Встают. Да, они становятся уже такие в красочке, и сама ручка в красочке. А потом происходит вот такая штука, потому что, ну, например, я учу по классической живописи, это когда первый слой втирается в масляной живописи. Они стоят жесткие? Не, они просто стираются. Ага. Например, эта кисть изначально была вот такая по размеру. Ого! Ну, вот что с ней произошло. Поясни, будь ласка, как она так стирается? Це, яка она стирается об холст. Ну, вот вы затираете, такой шуршащий звук, и она потихонечку стирается. То есть, ну, это физическое усилие нужно прикладывать все равно. Вот. Существуют просто разные кисти, они там более жесткие, более мягкие. Вот это одразу сгадывается так, такая щиточка, как для ремонта. Да. Ну, на самом деле, это вот профессиональная кисточка, она уже в рабочем состоянии. А можно я? Да. Флейц. Слушай, а чего они такие тверди? Ну, их нужно правильно мыть, да, то есть их нужно мыть там в разбавителе, а потом мыть с мылом. Я думал, оно так и есть, знаешь, там певна техника. Ну, она имеет жесткость какую-то, но в основном они вот более эластичные. Да. Так. В тебе тут дуже гарні кольори. От мені дуже одразу цікаво, от такі гарні тюбики. Але художники часто ж працюють, вони змішують. Тобто це не те, що кінцеве, от хотілося б побачити на полотні. Дійсно, як часто змішуєте кольори? І чи для цього, от я не знаю, чому дійсно така є потреба в цьому? Тому що дійсно зараз кольорів дуже багато, різноманітних. Є такі вся, мабуть, палітра.
Ну да, на самом деле очень много есть разных цветов, есть уже смешанные в тюбиках. Изначально вообще живопись маслом, и изначально первые художники, они краски создавали самостоятельно. Mm-hmm. То есть брался пигмент, добавлялось там масло, связующее, это все перетиралось, и была ограниченная палитра. Вообще считается, что, например, в масле можно использовать там 5-6 цветов, и ты можешь, ну вот там, до 25-35 оттенков сделать, например, там, имея буквально там 5 этих шестов. Кілька універсальні кольори просто є, які між собою поєднують і створюють нові відтіночки. Вони просто даже смешиваються в процесі. Вот, например, можна добавить просто красочку одну з другою, можна через розбіл смішать. Можна смішати, например, там существують там взаємодополняючі цвіта. Тобто тут ще оптическое смішення, там фізичне смішення. Чим більше ти добавляєш, чим більше ти там, например, смешиваєш, розтираєш, тим більше міняється цвіт. Тобто сейчас, конечно, ну просто сейчас живопись это больше для такого релакса, поэтому, наверное, чем больше ты хочешь ярко выразиться, ярких каких-то эмоций, переживаний, то понятно, что ты берешь прям целый из тюбика яркую краску. Есть еще флуоресцентные краски, это которые максимально светятся в темряве. Это люминесцентные, это которые яркие. Да. Ну, так це ось, наприклад, ось така може ну, бути, вот, так? Що... Да, но вона буде ще ярше. Тобто вона прям максимально буде ярка. А ці вже, да, вот вони, можете посмотреть, вони такі плотні, красиві і вкусно пахнуть. Навіть пахнуть? Да, масличком. Олією, так. Да. Ну, це класичні краски, там, різних брендів, є і українські. Слухай, а ми можемо краски зараз щось змішати? Звісно, да. Давай зробимо. Клас, цікаво, давай. Просто. Мене знаєш, що цікавить? Як ось цим шпателем, так, ну, як їм малювати взагалі? Писати. Ну, ізначально ми красочки розполагаємо. Тут масло є. Так. Ага. Вот, така. Вона повинна бути плотна. Это уже там перевернулось, да, ага. Да. Ее вымешивают, чтобы она имела какую-то там консистенцию. Так. Да. Можно даже чуть-чуть сильнее, то есть это не обязательно, даже вот как перетираем красочку, да. И вот она становится такая более пластичная, то есть максимально комфортный, максимально комфортная консистенция, это когда вы можете, например, ее взять, и вот она остается на мастихине. С каким можно кольором змешать, чтобы это утворился такой, какой-то незвичайный и очень красивый колер? Ну, можно, наверное. Я же, можно помешаю? Да. Прикольно. Слушай, оно расслабляет. Конечно, это как, ну, ты работаешь с материалом, и тебе приятно, так. Даже если на руки взять, вот я большинство своих, например, там, учеников предлагаю им пальчиками затирать первый слой, это когда вы берете там красочку и, например, вот так вот втираете в холст. Холст сам по себе шероховатый такой, такая приятная текстура, и ты можешь прям, да, ну, потому что работать с кистью все-таки... Це потрібно мати якийсь уже навик, якісь уже там, ну скажімо. А якщо, дивись, працювати з кистю, отак треба пальчики відхиляти? Нет, не обязательно. Вообще, на самом деле, если так, чтобы удобно было, комфортно, то кисть держится либо же вот так, ну, так. Либо же, допустим... Стоп, от, ось так? Вот так. Не як ручку ми звикли. Да. Я розкажу, чому. Смотрите, когда мы, например, работаем как ручкой, у нас есть только вот маленький радиус, например, движения. А когда мы работаем вот так, мы можем делать и вот такие махи. То есть это максимально... Да, и плюс еще, когда мы работаем вот так, на каком-то, например, там, скажем так, на весу, когда мы рисуем ровную линию, у нас она не всегда ровная, потому что у нас идет, ну, скажем, все равно мы дышим, все равно мы там процессы какие-то. Да, такий просто. Слухай, який насичений колір. А ми можемо змішати ось ці три фарби? Ми можемо два змішати, попробувати і додати немножко вот чорного. Наприклад, этот, потім... Да, ага. Немножечко его. Я правильно зараз? Да. Можно вот этой вот внешней. Класс, яка краса виходить. Вот. И давайте трошки чорного. Можно, кстати, смешивать постепенно. Темніше. Да. Ага, такий прям... Темный, насыщенный. Прикольно. Ну, то есть они между собой хорошо смешиваются и... И утворюється просто новый, якийсь незвичний колір. Ну вот если его, там, нанести на белую поверхность, он будет, например, там, более фиолетоватый. Все-таки будет давать оттенок?
Да, 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 конечно. Он в зависимости от... можно еще, например, делать некоторые художники здесь сами цвета, так. А здесь, например, разбелы, ага. Либо же там смешение. И потом ты, когда в процессе работаешь, у тебя есть зона, например, смешения, угу. И ты стягиваешь сюда красочки. Класс! И ты между собой их мешаешь, и у тебя как бы получается там супер-мега интересные смешения. Так, секундочку. Це виходить. Ось так з краю ти можеш положити усі кольори, які в тебе є. І потім ти просто ось так от їх вводиш в змішання. Слухай, прикольно. А мені ще оцей дуже колір подобається. Він такий м'ятний. Так? Ну, він такий більш теплий. Це смішення, мабуть, розбіл. А що ти кажеш? Може бути немножко... Розбіл – это когда, например, белый цвет смешивается с каким-то уже там цветом темным, например, там это уже какие-то, ну, например, вот этот цвет – это, скорее всего, разбел какого-то более темного зеленого, например. Ну, то есть она более плотная. Вообще все красочки, они там есть как плотные, так и тонкие. Ну, то есть вот это красочки, которые вот здесь, например, там этот. Они более такие корпусные, то есть они перекрывают один другой, ну, один цвет другим. Класс, реально двухбарный. Да, он очень красивый такой и плотный, да. А если, например, взять вот этот черный, он более вот тонкий, то есть он такой больше, да. А? Слухай, да. То есть они разные по плотности. Що вони так, будуть по консистенції абсолютно різні. Тут, кстати, есть вот на всех красочках есть вот здесь вот прямоугольнички или треугольнички, которые показывают плотность краски. Ага. Если он закрашен полностью, так, как здесь, значит, он корпусный, то есть он плотный, он смешанный с белым. Так, как зелень. Да, как вот этот, как вот зеленый. А если, например, там эта часть не закрашена, либо же частично, наполовину бывает, значит, им можно как тонко писать, так и... А, ось половинку. Вот частично, да. Ну, например, а есть, которая вот прям полностью. Ага. Это означает, что он только лессировочный, только тоненько им можно затирать. Ну, если хочется сделать там более плотный, то мы добавляем белый, либо же добавляем там еще какой-то цвет. И мы уже в процессе, ну, как бы с ним работаем. Слушайте, ну, однозначно я вам хочу сказати, що це, ну, тотальний релакс. Ну, серйозно. Хочеться також у тебе запитати, дивись, якщо зараз, ну, там, глядачі не здивляться, так, він каже, от все, хочу малювати, от хочу писати. До речі, як правильно, писати картини чи малювати? Ну, мені кажется, що це не має значення. То есть важен результат. То есть неважно, как ты его назовешь, вот главное получить максимальное удовольствие от процесса и максимально показать все, что ты хочешь выразить на холсте. Потому что, ну, это привязка к словам, это... Мені кажеться, це не має значення. Ну, ти зараз, ну, от серйозно розвіяла абсолютний стереотип, який є в суспільстві, бо одному художнику, от тільки спробуй сказати намалювати. То все. Так, малюють діти, а я так. пишу. А я художник, я пишу. І хочеться в тебе спитати, все-таки з чого починати? От, якщо людина ніколи не писала, не малювала, от хоче зробити. На твою думку, от з чого потрібно почати? Ну, прежде всего, нужно, наверное, можно сходить в какую-то мастерскую, чтобы там, например, получить какие-то базовые знания. Если же этого нету, сейчас есть очень много онлайн-курсов, есть очень много онлайн-занятий. Даже я во время карантина проводила эти онлайн-занятия по Zoom, либо же по WhatsApp. То есть человек ставит камеру там, на телефоне, мы с ним взаимодействуем. Даже было такое, что люди, находясь в других странах, я с ними все равно занималась. Чтобы начать, нужно, наверное, купить себе базовый набор каких-то там материалов, там пару кистей, например, причем можно их выбирать, я всегда выбираю, например, такие, какие мне нравятся, то есть, ну, там, понятно, что нужно взять пару более жестких, пару более там мягких кисточек, но в основном это кисти, которые, ну, скажем, тебе комфортно держать в руке, чтобы это, например, если нравится там более длинная ручка, можно... Ну, там, взять себе пару с длинными ручками, например, кисточек. И можно взять палитру, можно взять масленку. Я ее, к сожалению, с собой не взяла. Ну, можно даже взять какой-то маленький стаканчик, в который ты нальешь разбавитель и будешь писать, мыть кисти в этом стаканчике. Ну, то есть, в принципе, половина материалов заменяется домашними какими-то там масла, например, которое там тоже можно использовать. Просто сонечное масло. Да, перед этим его там отстаивают на солнце определенное время. Ну, да, в принципе, если нет
нету другого материала, то да. Це як заміна, така екстрена, можна використовувати. Клас. Хотілося б запитати, от у багатьох справах кажуть, що 90% – це робота і тільки 10% – талант. Чи відноситься це, от, власне, до малювання? Ну, чи, наверное, талант відіграє все ж таки вирішальну роль? Наверное, більше упорство. Насколько ти хочеш этим заниматься, насколько тебе это приятно, если у тебя есть энергия, ты, понятно, что работаешь каждый день, не по два часа, там, не откладываешь, не, там, лень тебя не одолевает, ты постоянно в процессе, ты что-то новое пробуешь, чем-то новым занимаешься. И, конечно, это работа, это каждодневная работа, и работа, которая... Можно сказать, что да, есть какая-то доля таланта, но все-таки больше это работа. И люди, которые, например, никогда не писали, но у них есть огромное желание, им это нравится, им нравится вообще живопись, им нравится рисовать, они потом впоследствии становились, там, меняли профессию и становились художниками, либо же там становились иллюстраторами. Ну, то есть это на самом деле все возможно. Просто нужно понимать, что в это нужно вкладывать время, ресурсы и усилия. Классно, это что все. Ты да. сказала чітко, що все можливо. Ми в кожного ранку в студії намагаємося довести, що немає нічого неможливого і все буде, друзі. От захотіли і зробили. Серйозно. У нас у студії Марина Горб, художник і викладач живопису. Дуже тобі дякуємо. Ну, це класно, серйозно. І це заспокоює. Просто навіть, так, ще раз, як це називається? Мастіхін. Навіть коли ви мастіхіном просто розводите фарбу, це, знаєте, є певний такий момент релаксу. І я зараз абсолютно не обманюю. І особливо прикольно, коли ви відчуваєте пальцями на дотик фарбу, і ви можете торкатися полотна. І це класно. Дякуємо тобі. Ну, це, знаєш, така арт-терапія. Дякуємо вам. Спасибо за таку арт-терапію зраночку. Нагадаю нашим глядачам, що у студії була Марина Горб, викладач живопису та художниця. Друзі, дякую, що ви були з нами. Я впевнена, вам було корисно та цікаво переглянути це відео. Підписуйтеся на наш YouTube-канал, аби завжди бути в курсі усього актуального та цікавого. Ну, а після того, як підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, адже актуального та цікавого матеріалу на нашому YouTube-каналі буде, ну, занадто багато. We'll be right back.